Весна в стенах Казанского федерального университета продолжает стремительно продвигаться вместе с талантливыми студентами разных институтов. Так, 14 марта сцена КСК «Уник» встретила студенческую весну Инженерного института, Института экологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. Студентам институтов удалось зарядить концертный зал бурной энергией. Всем известно, что 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого. Поэтому творчество каждой команды студентов в рамках фестиваля направлено на раскрытие данной тематики. Нашей съемочной группе удалось узнать, какой же темой выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий. У нас тема сплочения семьи. И главная мораль нашего выступления – то, что тайна становится явным. Для каждого участника студенческой весны очень важно, чтобы все номера и выступления в целом были хорошо поставлены и отрепетированы. Мы очень долго готовимся к студвесне. Мы сразу начали готовиться уже после дня первокурсника в конце октября. Напомним, что студенческая весна продлится до 23 марта и закроет этот фестиваль Елабужский и Набережно-Челнинский институты. Катя Бусаргина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.